Привет, сразу откроем страницу рандома и определим победителя акции от компании Моделька. В этой акции приняло участие 1432 участника. Они разместились на 18 страницах. Это мы вводим на независимом сайте генерации чисел random.org. Получаем первую страницу. Я сразу напишу, сколько участников на ней находится. Итак, участник под номером 77. Так, вот у нас... Друзей должно быть не менее 50. Их достаточно. Фотографий должно быть не менее 3. Смотрим их. Так, ну здесь... Пока не особо лица видно. Так. Посмотрим дальше. Так, вот раз фотография. Два девушка, если я не ошибаюсь. Слева, наверное. Все-таки справа. Так. Посмотрим еще пару фотографий. Так, ну здесь тоже не могу найти. Еще одна фотография. Да, кстати, мне кажется, Таня уже выиграла в нашей акции. В какой-то, я уже не помню в какой. Но это было достаточно давно, и поэтому она сможет стать победителем, если она выполнила все условия. Фотографии я увидел, смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до начала акции. Вот записи я не нашел. Ее просто нет. Так, жаль. Мы находим другого участника. Сколько у нас там страниц-то, я уже не помню. Так, ну... Не люблю, когда так происходит. Вот неудобно. 18 страниц. 18. 11 страница. Открываем ее. Видим здесь участников от номера 801 до участника 880. Да что такое? Так, 801, 880. Сейчас я перенесу. 801, 880, 816, находим этого участника. Друзей достаточно. Фотографии есть. Смотрим запись на стене. Так, вот. Запись здесь есть. И смотрим, вступил ли Наталья в группу спонсора. Последнее условие. Так. Да. Наталья не вступила в эту группу. Мы находим другого участника. Прям... Какая-то неудачная сегодня эта акция. Вторая страница. Я также сразу введу количество участников. Это 181, 160. Участник 136. Друзья есть. Смотрим фотографии. Да. Фотографии вообще прям зашибись как много. Сейчас еще посмотрим. Другие фотографии. Ну здесь я вообще понятия не имею. Ну, вот теперь уже имею понятие, кто именно у нас Артем. Молодой человек справа. Так, где здесь он у нас? Так, не могу найти. Смотрим дальше. Да. Вот это мне все-таки интересно, что тут фотографии такие необычные. Так, будем разглядывать фотографию.
цепляюсь за каждого участника, чтобы они все-таки смогли стать победителями. Так, мне кажется, вот он стоит. Так, ну да, это он. Даже по рубашке видно. То есть, ну, минимум все-таки мы наскребли. Посмотрим, выполнил ли Артем другие условия. Так, друзья, говорю. Запись есть. Смотрим, вступил ли Артем в группу спонсора. Так, это мы уже должны были закрыть. Так, Артем вступил в эту группу. Он является победителем этой акции, так что мы наскребли на победу. Все-таки также было и еще в одной сегодняшней акции. Итак, я его поздравляю, прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Пейзариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.